первый гей-мэридж, брак, это он. Я сейчас боюсь что-то еще сказать в его поддержку, потому что ему потом там прилетит, блин. Ну, мы, ну, может, купим, но что-то дороговато, мы сейчас все сами в шоке. Они, кстати, все сами в шоке. Гойбаться. Но это их выбор, и я не могу на них их осуждать. Ну, хотя осуждаю. Ну, так... Не глубинно, но осуждаю. Бандеровцев бомбим, ядерная лаборатория. Крыса была расстреляна, блядь. Ну, по-человечески, когда он заболел, блин, как я за него переживал. Она очень красивая такая, прям, ну, офигенная, такая длинноногая. Такая. Вообще ничего никогда не сказал, ваш герой. Вообще, блядь, никогда он и ничего никогда не сказал. И сейчас молчит. Я как бы не понимал весь масштаб этого пиздеца. Я думал, это просто... Что-то какая-то там, ну, знаешь, выродок ты откуда-то такой. Ты же наш, сибирский. Почему такой выродок? Круто! Да это ж круто! Это не так устроено, они там в космосе где-то. Я не хочу с этим говном жить просто, я хочу забыть и все, понимаешь? Он очень открытый, либеральный, какой-то классный. Я вот такого знаю, понимаешь? Я не могу от него отрекаться. Не приглашайте меня ни премьер-министром, ни главой Центробанка. И он не мудак, он хороший человек. Я его знаю как хорошего человека. Да, у него поганая работа. Ну, простите его. Ты совершил страшное преступление. Ты должен сидеть в тюрьме. Я ошибся. Я могу один раз ошибиться. У них какое-то чинопочитание там, какое-то величие, какая-то хуйня, блядь. Мне вообще они не интересны. Я не хочу с ними разговаривать. Еще хуже, что делают. Убивают мирных людей. И это мои сограждане, понимаешь? Ну, мне взяло где-то 48 часов как бы осознать вообще, что происходит. Как бы потому, что я не мог в это поверить до сих пор. Я, кстати, до сих пор как-то не очень в это верю. Люди предпочитают 1000 километров пешком идти, чем 38 там на машине доехать, да? Но я остаюсь с тем, что это был великий сарказм. Я, если честно, я обрадовался. Я сказал, вот же суки, вот получите. Ну, это, конечно, печально. Это печально.